Куда мы поедем, Элиас? Мы поедем в парк? Да. Угу. А что там в парке? Не знаешь еще пока, да? Мам. Да. Ну и почему ты туда поселишься, Angry Birds? Angry Birds. Мы просто пошли, чтобы немножко поразвлечься. Ага. Тебе понравилось? Ага, понравилось. Спасибо. Голова у меня лопнула. У меня свисели. Мам, это лабиринт. Лабиринт? Здесь зимой две машины точно не проедут. Pöörake järsul paremale Vitres Granden, Vitreskin enne suunas. Seejärel pöörake vasakule Vitres Granden tänavale teele. Ну что, пойдем посмотрим, да? Вот это есть, наверное, музей. Здесь что-то реставрируют. Молодец. Элиас, умничка, сам уже. Вот ты тоже молодец. Ну, портфель немножко. Озеро тут. Пойдем. Сюда посмотрим. Ну, сейчас пойдем туда. Мы идем как будто под мостом. Над нами крыша. Да, и необычная. Это виноград. Ну, это дикий виноград. Осторожно. Здесь красиво. Еще бы фонтанчик был, да? А это есть вот так вот. Ну, не работает. Просто не работает. Вот отсюда озеро видно. Это как в другой конце озера, где мы жили. Да. Ой, солнце как красиво. Угу. Осторожно. Лукас, где Никлас? Ага. А где Ник, Лукас? Вау! Ой, осторожно! Аккуратно! Здесь крапива, кстати! Падать-то не очень хочется, да? Не хотелось бы упасть отсюда. Тут и озеро большое. Озеро? Лукас. Там внизу кто-то купается, кто-то с лодком. Да. Отсюда не так хорошо видно. Хорошо в машине ехать? Дорога хорошая? Вот отсюда красно видно все. Озеро. Где озеро? Смотри, какое озеро красивое. Угу. Так, обняли? Все. Можно дальше гонить. Домой? Да. Лукас, тебе понравилась прогулка? Вот как высоко солнце. А хотя уже сколько? 9 вечера почти. А солнышко даже не собирается садиться. Красиво, да? Красиво.